Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова. В этом уроке мы сделаем вот такой элегантный свадебный букет из атласной ленты. Это видео я делаю совместно с замечательной, талантливой девушкой Натальей. Она вам покажет свой вариант создания свадебного букета из лент. Ну а теперь перейдем к созданию букета. Сначала сделаем белую розу из кусочка атласной ленты шириной 2,5 см и длиной 40 см. Свернем отрезок пополам и скрутим розу, периодически проклеивая слои клеем. Я сделала 49 таких роз. Из отрезка ленты 2,5 см на 3 метра сделаем крупную розу, таким же способом, как и маленькую. Я сделала 31 такую розу. Основа в букете шар диаметром 15 см. Обрежем край примерно на 1 см. Теперь приклеим сначала все белые розы, начиная с основания. Далее начинаем приклеивать розовые розы. Заполняем всю поверхность шара, кроме основания. Я сделала еще несколько розочек размером поменьше, чтобы удобнее было заполнять некоторые участки основы.
Вот таким образом я и клеила основу розами из ленты. Теперь приделаем ножку к нашему будущему букету. Обведем ее на основе и вырежем канцелярским ножом углубление, так, чтобы ножка плотно входила в него. Нанесем клей на основание ножки и поместим ее в основу. Обрезаем ножку до нужной длины. Проденем в ножку палочку для суши. Так ножка будет достаточно плотной и можно будет не переживать за ее сохранность. Оклеим ножку атласной ленты шириной 2,5 см. Всего потребовалось около 2 метров ленты. Для украшения основания букета сделаем лепестки из отрезков атласной ленты шириной 2,5 см и длиной 10 см. Всего потребуется 26 таких лепестков. Приклеим их в два слоя у основания букета. Украсим букет брошками. Вот такой букетик у меня получился. Если вы или ваши знакомые готовятся к свадьбе, то я советую сделать вам такой букет. Он может выступить как основным, так и дополнительным свадебным букетом. Спасибо всем за просмотр и творческих вам успехов. Не забывайте комментировать видео, а также ставить свои оценки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоуроки. До скорых встреч!